Вы спросите, что является залогом идеального дня? Белая тачка на больших колесах с огромным количеством велосипедов в багажнике. Ну и, конечно же, залог отличных покатушек – это весьма бодрая компания, в которую я сегодня попал. Сегодня мы раскатываем трейлы в районе скайпарка, сейчас разгружаем наш белый великовоз и погнали. Ну что ж, первый трейл. Сначала по такой каменистой тропе, много корней, веток, вот. Но в целом довольно-таки приятная тропинка. Обещали еще какие-то виды. С первого раза, я надеюсь, будет не очень сложно. Хочется все-таки размяться. Плюс я первый раз вообще катаю трейл в поляне с тачки. До этого я катался в байк-парке. Да и, собственно, вообще трейл в поляне для меня такая очень новая история. Ух ты ж, камушки, камушки, камушки. Ой, батюшки. Все, у меня руки уже устали. Ух, вьюпоинт. Господи, кто это придумал по ступенькам-то ездить? Здрасте. Вообще тропы, походу, пешеходные. Так что, как бы не встретиться тут какими-нибудь туристами. Оп-оп. Блин, какие острые камни попадаются по пути. Так, развилка. Направо, налево. Что это? Сами должны решать. Группу уже давно не видно. А впереди едут реально бодрые ребята. Поэтому им уехать от нас. Так, это собака гавкала или наш гид? Ой, неужели это все? Похоже, мы проехали первый трейл. Неожиданно, достаточно быстро, я думал, это будет длиннее, но при этом у меня руки успели забиться. В целом, трейл приятный, очень живописный, одна видовая площадка, очень красивая. Ну и вот все, выехали в цивилизацию, тут уже шумно, громко и неприкольно. Ну и главный, наверное, вопрос, который меня интересует. Игоря, оно всегда так быстро заканчивается? Нет, нет, это нам повезло, был очень-очень короткий трейл. Это трейл быстрострел называется. Так, у нас второй трейл, видовой. Едем над каким-то обрывом. Предупредил, чтобы к обрыву близко не подъезжали, потому что с него какая-то девочка пыталась в том году улететь. А падать там немного, метров 100 вроде как, по скалам. Не успел заметить, куда они все уехали. Надо догонять. Но догнать их, конечно, у меня не получится, потому что они шибко бодро едут. Ради меня подождут. Не, если серьезно, конечно, дико стрёмно, потому что внизу карьер, внизу обрыв, а держаком тут пока непонятно что, где острые камни, и не хотелось бы здесь, в этом месте, терять равновесие. И опять едет тряска. Ну и все. Джунгли поглощают людей одного за другим. Следующий трейл заявлен как один из самых техничных на районе. Вот он начинается с длинного траверса. Ну, ё-моё, я ж не снял. Повтори, Андрюх. Пожалуйста. Здесь ехать по лесу значительно приятнее. Не пылит.
плюс прохладнее гораздо. Из-за того, что тенек. Трейл тоже местами раскатистый. Опускаешься, продувает очень хорошо. Правда? Вот здесь очень много корней. Вот на таких участках и адреналинчика хапнуть удается. Кайф. За этот день мы сделали 8 спусков. Спуски были абсолютно разные. Какие-то быстрые, какие-то медленные, очень ковыряльные. Абсолютно все укатались в хламину, а на последних спусках даже начали заваливаться. Тем не менее, день получился офигенно насыщенным и очень интересным. Надеюсь повторить этот опыт еще не раз, а если удастся сделать это в такой же классной компании, будет просто огнище.